О, картофанчик, картофанчик. Папа, ты мастер. Давай. Что с папой? Что с папой? Вот, говорите. Смотрите, какая у меня курочка. В жопу драконов куры рулят. Мне кажется, была курица, да, но мы ее съели в голодный год. Заходи, подписывайся на канал Linker Bro. Он, наверное, один из лучших игроков в Слизарию и Агарию. Также на канале у него есть другие различные игры. Веселые, интересные, смешные монтажи. И также сейчас у него проходит конкурс для своих подписчиков. Поэтому, ребята, ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Ребята, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем набрать на всех наших видео, то тем больше серий «Кто твой папочка» мы продолжим записывать вот таким составом. И, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все будут в описании. И, ребята, не забывайте писать свои комментарии, в комментариях писать свои идеи для следующих серий по «Кто твой папочка». И давайте наберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании, и вы сами смогли поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Папа, мы тут с Женечкой... Тихо! У меня тебя напердаться, моя любимая дочь. Папа, ну выслушай, сыночка, ну пожалуйста. Мы с Женечкой подумали и решили то, что мы хотим отправиться в путешествие. Там, знаешь, шашлычки, башлычки, пивасик с папашей там. Конечно, знаю одно очень страшное место, да. Там говорят, что водились по мифам драконы. Вот, но там детям не место, и там очень сильно холодно. Ну, папа, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну, папа, Эдички. Ну ладно, ладно, если вы так просите, конечно, вы уже взрослый, да, Эдичка? Конечно, взрослый, вы, да? Вообще, вы смотри, какой большой, смотри, посмотри. Ну, Эдичка, хлебни пиво. Да, где? Чербани. Откуда? Пива нету. Почки прям, давай дряпью. Я могу выпить. Ну, видишь, Эдичка уже большая. Да ладно, он уже взрослый, пойдем. Мне нормально, мне нравится. Ну что, идем, папа, пошли. Вперед. По этой горе ходит очень много мифов. Она очень страшная. Здесь погибл не один человек. Не, много людей погибло. Погибло, папа. Женечка, не смейся. Папа, у меня же просто драконий язык знает, знаешь, погибло. А, точно, да. Просто я очень много выпил пива дома, и поэтому немножечко не то, понимаете? Это страшная история, здесь смеяться нельзя, понятно? Не будем, прости, Павлович. Понимаю. Я рассказываю историю. Вот. Также, по мифам, по легендам, тут рассказывают, что когда-то здесь жили драконы. И говорят, что они до сих пор здесь остались. Они погибли? Они не погибли. Папа, так может не будет отправляться на гору, раз там драконы еще могут быть? Что большой. А, ну да, Женечка, я большой. Я защищу вас обоих. Ну что, потопали? Но прежде чем нам пойти на гору, нам нужно выспаться. Конечно. Сил нам... Папа, ты... Да меня кровать не взяли, эгоисты! Ложись, Эдичка. Женечка, да? Да, дай тебе... Пап, как-то ты неудобно кровать поставил. Я буду вообще сидеть спать. Да. Просыпайтесь, господа. Ну что, папа, отправляемся в поход? Давай, вперед. Женечка, одеваемся. Амуниция специальная, нифига. Вперед, от того, что если мы встретим медведя, нужно будет ему выколоть глаз, чтобы нас не видели. Смотри, Эдичка, такой милый. Реально, ну, Женечка, перестань. Быстрее. Упал я. Ай, подождите меня. Вот реально опасная гора, нафиг. Что это? Да, чё там, чё там? Чё там? Дракон! Какой дракон? Бейте, дайте мне кусочек! Куда? Где он? Убейте! Папа, ты наш герой, папа. Я умер. Умер, борясь за жизнь своих детей. Борясь. Побежали дальше. А что, кто это вообще был? Эдичка, подождите меня. Жень, давай руку. Женечка, давай руку. Я даю руку. Папа. Руку. Папа. Послушай, а может мы передумаем подниматься сюда, раз мы тут детеныша дракона встретили? Что будет наверху? Да не ссы, на, это был случайно. А, ну да. Женечка, дай мне, Женечка. Да. А там есть патроны?
Корей, идите, ёханы бабаханы, нет там патронов, ты маленький ещё. А? Забираемся. Какая высокая гора. А как гора называется, папа? Она гора называется Эверест, наверное. Наверное? А это что такое? О, смотрите, тут обломанная лестница. Опа! А папа, папа, давай его... Папа магией владеет, нифига себе! Помоги! Твою! Папа! Папа, руку! Жень, давай, давай, потолкни! Папа, руку! Да не какай нам на голову, руку давай! Не сдохли, да, через 3 дня, я вам накидаю тут еды и оставлю вас, до свидания! Вот видишь, какой у меня папа, Женечка, видишь? Никому такого не советую. Драконы! Папа, смотри! А если мы приручим одного из них? Нифига. Лошадь! 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 Я села на дракона! Лошадь, дракон, пони, нифига себе! Я тоже хочу одного, Садись, Сетечка, садись! Я вот, я вот этого хочу! А, я его ударил случайно! Твою мать! Помогите, помогите! Где он? Бейте! Где он? Да, еще да, одного ударил! Да. Я улетаю! Пока! Помогите! Где мой пони? Я не знаю, где мой? Какой? Вот, вот я этого хочу. Так. Где мой пони? Ну мы спаслись. Мы спаслись. Пони потерялся. Мы, наверное, его убили случайно. Вы убили пони. Нет. Пони, бедный пони. Я его вижу, я его вижу. Вот он, вот он. Вот он. Папа, папа, вот он. Папа, вот он. Вот, пони. Ой, пони. А, кстати, а может мы устроим гонку на драконах? Как думаете? Мне кажется, будет прикольно. Вот, давайте по этим... Раз, два, три, поехали! Вот, давайте вот сюда, по лучикам этим. Не знаю, что это такое, но прикольно. Подождите, я выпал! Куда? Этичка, подожди папочку. Пап, а как мне теперь найти пони? Не знаю. Этичка, у меня пап. А можете меня спасти? Ну как бы тебя спасем? Папа, папа, Этичка. Ты потеряйте, папочка, используйте магию и телепортируйся ко мне. Я перелепортировался, пони мой, где? Перелепортируйся. Перелепортировался, погибл. Папа, давай, мы тебя жмем. Полетели. Полетели, полетели, давай, давай. Кто, так, кто последний, тот козявка. Как в школе. Не будете кричать. А как мне приказать ему садиться вниз? А я не знаю. А куда нам вообще лететь? Я нифига не вижу. А вот вижу, лучи какие-то в небе торчат. Ну давайте, давай. Вперед, полетели. Полетели, пока я не погибл. Папа, давай. Куда дальше лететь, не понимаю. Я тоже ничего не вижу. Куда? Тут туман, туман, ничего не видно. Туман. Туман. Слепло. Куда лететь? А я пока что... Вижу, за мной, за мной. Давай, за мной мои друзья и братья, и папочка, и дечка, и мой парень. Вперед. Давай, Женечка, веди, веди, веди. Только я первый полечу. Я хочу выиграть. Такой туман как-то не прекращается. Туман... О, я вижу следующий чекпоинт. Давай, давай, давай. Где, где? Где его? Это странные лучи. Кто их сделал? Это, наверное, я как-то... Вижу, это финиш. Во-во, назад, назад, назад. Какой финиш? Тут еще чекпоинт. Вот, это вот сюда. Финиш. Я лечу к финишу. Где финиш? Ничего не вижу. Я лечу к финишу, и Женечка занимает первое место! Тим, какой финиш? А, вот вижу, вижу. Вот я первая. А я первая, я первая. Мой дракон просто сюда лететь не хотел. Помогите, где вы? Он непослушный какой-то. Вот смотри, что он делает, смотри, что он делает. Твою мать, где я? Что? А, он меня сбрасывает, дракон. Он меня тоже сбросил. Повезло, что он меня сбросил над какой-то рекой. Смотрите, здесь можно пожарить шашлыки и поесть тортец. О, давайте. О, давай. Рыбу нужно пожарить, давайте рыбу пожарим. О, картофанчик, картофанчик. Папа, ты мастер, давай. Что с папой, что с папой? Вот, говорите. Смотрите, какая у меня курочка. В жопу драконов куры рулят. Мне как-то была курица, да, но мы ее съели в голодный год. Прикольно. В жопу дракона. В жопу. Наверх! Наверх побежали! Куда наверх? Мы еще шашечки не пожарили. Папа, давай сюда. Да, сейчас пожарить. А может бульон захомячим? Бульон? С курочкой.
Три кастрюли получится. Давайте из куриц бульон сделаем. А с чего еще бульон делается, Женечка? Да я не знаю. Вот давайте, курица, я ее жгу. Папа. Жги, жги. Да, стой там, стой там. Стой. Вот смотри, курица уже приготовлена. Вот смотри, держи, Женечка. Вот. Курочка. Знаете, что я подумал? Папа, Женечка, в жопу эти приключения, как-то все слишком опасно. Да. Согласны, согласны. Да. Лучше будем дома сидеть, пивасик пить и кино смотреть, да, папа? Да. Давайте домой. Давайте. Всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и набрать 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании. Да, ребята, как обычно, не забываем подписываться на все наши каналы. Ссылочки будут в описании. И, ребята, не забывайте писать ваши комментарии. Мы читаем абсолютно все комментарии. На самые интересные мы отвечаем. Также, ребята, можете предлагать свои идеи для серий. А, моя очередь. Значит, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Всем пока! Всем пока, ребята. С какими дебилами я дружу.